Всем привет! Многочисленные фанаты, а также простые пользователи ждут знаменательную дату, а именно 27 сентября. Для чего ждать эту дату? Все просто. Компания Xiaomi представит долгожданный, отличный со всех сторон смартфон под названием Civi, идущий на смену моделям линейки CC. Напоминаю, что в сети уже опубликован официальный тизер смартфона, раскрывающий его дизайн, а также масса живых фото и даже видеоролик с Civi в главной роли. Но и это еще не все. Вчера появились данные о характеристиках и стоимости модели. Я даже не сомневаюсь, что смартфон Civi окажется одним из самых востребованных смартфонов компании Xiaomi. Все из-за того, что гаджет при невысокой цене предложит камеру 64-мегапиксельным основным датчиком и парой дополнительных сенсоров, работающих в составе с телеобъективом и со сверхширокоугольным объективом. Итак, основные фишки смартфона Xiaomi Civi – это отличный OLED-экран диагональю 6,55 дюйма с кадровой частотой 120 Гц, мощный энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 778G, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ своей флеш-памяти. Аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт, а также Android 11 с интерфейсом MIUI 12.5 из коробки и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Технаум. Поехали! Первое, на что обращает внимание каждый пользователь, это, конечно же, цена. Скажу сразу, базовая версия 8 ГБ оперативной и 128 ГБ своей флеш-памяти в Китае будет стоить $420. Средняя версия, которая получила 8 ГБ оперативной и 256 ГБ своей флеш-памяти, стоит $465. А вот самый топовый вариант 12 ГБ оперативной и 256 ГБ своей флеш-памяти оценен в $510. Как вы видите, стоимость не кусается, тем более учитывая стоимость других конкурентов с такими же характеристиками. Также хочу заметить, что смартфон получил отличный экран диагональю 6,55 дюйма, который выполнен по технологии OLED. Напоминаю, суть технологии состоит в том, что каждый пиксель дисплея представляет собой отдельный источник света. Большой размер пикселя позволяет получить гораздо более высокое разрешение, плотность пикселей и, следовательно, качество изображения. Насыщенные цвета и энергосбережение, а также идеальный черный цвет – это основные преимущества OLED-матрицы. Разрешение смартфона, как и у всех конкурентов, Full HD+, с кадровой частотой 120 Гц. Более быстрое время обновления также означает меньшую задержку, поскольку пиксели обновляются чаще. В основе аппаратной платформы лежит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 778G. Чип представлен для применения в продвинутых смартфонах среднего уровня с поддержкой мобильной связи 5-го поколения. Процессор изготавливается по 6-нанометровой технологии. В состав процессора входит 8 вычислительных ядер Creo 670 с тактовой частотой 2,4 ГГц. За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 642L с поддержкой Vulkan 1.1, OpenGL 3S3.1, OpenCL 2.0, HDR10 и HDR10+. В арсенале чипа адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также контроллер NFC. Возможно использование сканеров отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic и 3D Sonic Max, что является большим плюсом. Фронтальная камера смартфона Xiaomi Civi выступает на 32 мегапикселя. Основная камера имеет три модуля. Основной солирует датчик разрешением 64 мегапикселя, а именно Samsung GW3 с широкоугольным объективом. Благодаря меньшему размеру пикселей, по оптическому размеру GW3 практически идентичен 48-мегапиксельному сенсору компании Samsung. Технология TetraCell и Smart ISO обеспечивают высокую яркость изображения и точную цветопередачу. Кроме того, датчик идеально подходит для пользователей, ведущих активный
образ жизни. Благодаря электронной стабилизации изображением на основе гироскопа для более четких фото и видео. Он также поддерживает запись видео с разрешением до 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Два других модуля — это сверхширокоугольный объектив, а также объектив для съемки макро. Xiaomi Civi получит аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт. Такой облачок производится с использованием полупроводников из нитрида галлия. Использование этих материалов наделяет устройство такими преимуществами, как сверхтеплопроводность, стойкость к высоким температурам, а также кислотостойкость. Вдобавок зарядка из таких материалов получается очень компактной. Также хочу заметить, что смартфон получит металлическую боковую рамку, а также встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Что немаловажно, он работает на операционной системе Android 11 с интерфейсом MIUI 12.5. Из коробки. А это нам дает новый интерфейс стартовой страницы, открытых приложений и уведомлений, новый интерфейс при зажатии кнопки питания, кнопок регулировки громкости и настроек камеры, улучшенная анимация при запуске приложений и открытии папок. Новый режим, в котором телефон подключается к монитору и работает как компьютер, то есть как у компании Samsung. Примерное местоположение пользователя для конфиденциальности и безопасности. Толщина корпуса смартфона 6,98 мм, масса 166 граммов. Ну что же, ребята, на мой взгляд, компания Xiaomi сейчас делает очень-очень много гаджетов, которые действительно заслуживают внимания. Недавно мы увидели продолжение Mi 11 Lite, и действительно этот смартфон заслужил внимания. Компания не успокоилась и сейчас в скором времени представит Xiaomi Civi, который действительно заслужит внимания 27 сентября. Самое главное, на мой взгляд, это то, что мы получим 64-мегапиксельную основную камеру, а также мощный энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, который сейчас ставится в такие смартфоны, как, например, M52 от компании Samsung. Этот процессор действительно может предоставить средние настройки в максимальных играх, то есть в самых производительных играх на 2021 год. А по поводу аккумуляторной батареи 4500 мАч, на мой взгляд, это достаточно неплохой результат в 2021 году. Ну и Android 11 с интерфейсом MIUI 12.5 также дает о себе знать. То есть вы должны понимать, что компания Xiaomi с каждым годом улучшает свою оболочку. Это действительно заслуживает внимания. Также хочу заметить, что OLED-экран достаточно неплохой. 6,55 дюймов с кадровой частотой 120 Гц. Все на высшем уровне. Что же, ждем смартфон на обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!